Данное видео создано в развлекательных целях, все показанное сегодня по изображению. Всем привет, ребятки, с вами Расхититель Помойки, это новая часть, где я вам покажу от первого лица, как я зарабатываю на помойках Питера. С вас, конечно же, лайк за мой труд и не забывайте про подписочку. Погнали! О! Нифига себе! Опа! Да ладно! Старая игровая мышка компьютерная. Я такие часто нахожу. Эта мышка называется X7. FOTECH X7 вроде бы. Состояние у нее, к сожалению, плохое. Продать ее получится на рублей за 400 максимум. И коврик даже есть. Но он ушатанный в хлам. Даже его структура нарушена. Смотрите, он весь кривой. Опа! Что это за рюкзак? О, телефон! Телефон! Да что за дела? Мне уже второй день попадаются старые раскладушки Samsung. Так, что здесь еще? Беспроводная мышка. О, Свен, с передатчиком даже. Возможно, рабочая. Треснутый пластик. Возьму, у меня же человек эти мышки покупает. Может, он купит. Хлеб. Ух ты, макрофлекс, герметик силиконовый, офигеть, мне это надо в гараж. А вот тут шланг какой-то лежит, но он бэушный, не новый. Но зато здесь есть латуневый переходник. Похоже на курительную трубку. Сюда вот табак засыпается и можно курить. Охренеть, забираю. Залезу-ка я в эту помойку, может она меня порадует. Опа, что тут? Ребят, всех с прошедшим Новым годом. Шмотки какие-то. Охренеть, это просто огромное платье женское, 42 размера, на высокую девушку. Оставлю бомжихам. А здесь какие-то бумажки. Трудовая книжка. Медицинская книжка. Блин, да она настоящая. Ну, люди дают. Такие документы нужно вот так разрывать. Тут же столько, блин, информации. Здесь. Опа, опа. Стоп. Джорданы. Так, есть эксперты. В комментариях напишите, Арик, пожалуйста, это или нет. Размер 45,5 как раз мой. По идее, хоть стирать и можно носить целые. Это Джорданы, блин, они дорогие. Так, где второй? О, да ну нафиг! Ой-ой-ой! Ой-ой-ой, это Nike Air Max'ы. Вот это уже топ кроссовки. 39 размер. Так, Арик нет? Не Арик. Стелька шляпная. Из какого-то пенопласта. Скорее всего, это паль. Ну, в принципе, вот эти лапти можно взять на барахолку. Их, может, купят рублей за 200. Ой, залезу. Вот в том синем пакете, может, тоже что-то есть. О! О! Еще Демикс. Ну, Демикс это такая фирма фиговая. Они плюс ушатанные. Никто не купит. Женские сумки от бренда Фурла очень дорогие. Но здесь сумки нет. В общем, не бедные люди это выкинули 100%. Обалдеть. Да ну нафиг. Охренеть. Нифига там камера огромная. Это чё? Не пойму. Здорово. Телефон что ли? Да. Только он какой-то странный. Он, это не настоящий походу. Он, видишь, горит, он не может гореть-то. Да. Это вообще он дорого стоит, ну. Если он дорого стоит, такой хрень, вот смотри, табло ничего нет. Чё это такое?
Это не экран, это муляж, видно. Не настоящий. Это, знаешь, в магазинах такие стоят, как экспонат выставочный. Ребята, я повелся, потому что он на вид реально как настоящий. Samsung Galaxy Note 10 Plus. Он даже, кстати, целый, его протереть. И типа можно, не знаю, прикалываться над кем-то. Эх, жаль, что помойка обломала. Ой, голубюк сидит. Голубюк, ты чего тут сидишь? Все нормально с тобой? Блин, он больной, наверное. Иди сюда, дай поглажу. А? Полетел? Все с ним хорошо. Хлеба хочет. Сейчас, если хлеба найду, то я ему дам. О! Интересно, а голубь будет есть сало? Смотрите, оно какое хорошее. Курлык, курлык. На, братишка, я тебе покушать принес. Вот тебе сальца копченого. Ну что же ты не ешь? Ну давай я тебе дам поближе. Вот сюда, не бойся, вот. Ты, блин! Если я, ребят, сознание потеряю от жары, то ищите меня в этой помойке. Картошечка. Почему ее выкинули? Вот посмотрите, ребят, на нее. Есть эксперты по картошке? Напишите в комментариях, что с ней не так. Вот что? Ну, ростки выросли, и что тут такого? Вот это сейчас будет паркур. Ну я и дурак. Макулатуры много, как обычно. О, чуть-чуть смазочки для писюна. Вот это деду надо, вот это я возьму. О, охренеть, сколько алюминия. Да тут килограмма 2,5 алюминия. А что у нас здесь? Это моя любимая помойка, кстати. Этот ковер может быть с клопами. Когда-то давно жил в бытовке строительной и притащил подобный ковер себе в бытовку. И развернуть не успел, как из него посыпались тараканы. Хорошо, что я заметил, сразу его выкинул. Так что ковры брать с помойки особо опасно. О, швепис. Ой, севинап. Ебать, что там? Что это плавает? Это глисты, походу. Да это глисты, кто-то из жопы их достал и в бутылку закинул. Фу, как тут мочой воняет. Тут все разорвано, блин. Конкуренты обошли. Опа. Ой. Коробка с рисунками, точнее с фотками. Молочка немножко. Кусочек мяска. Чуть-чуть перчика, бананов тухлых. И авокадо. Авокадо. Дима, будешь? Лови. Дима, лови. Будешь персичек? Вот, на, вкусненький. Чего, не хочешь? Да, Димочка, на. Вот, я уже тебе его разорвал. Поделил на две части, Дим. На, вот кусочек, вот этот. Фу, нет, персики не мечтают, протошнит на камеру, серьезно говорю. Чего? Меня протошнит на камеру, а персики не мечтают. Я ем лимоны, апельсины, персики, я ем из фруктов, яблоки и бананы, все, больше ничего не ем. Ну ладно. Опа, пусто. Опа, еда. Чуть-чуть сметанки. О, нутелла. Нутелл, блин, нету. Нутеллку я обожаю. Чуть-чуть суп кремовый, сырный. Будешь сырный суп, Дима? Нет. Понюхай. Понюхай ты его, понюхай. Да я чувствую. Ой-ой-ой, рюкзачок Венс. Опа, стоп, может даже оригинальный. Это Венс, ты чё, он дорогой. Венс это для олдовых пацанов, ну, четких. Чуть подрастянулось, но ничего, топовый рюкзак. Ты же хотел топовый, реально, даже у меня такого нет. Это был отвлекающий маневр, ребят, чтобы залутать вот эти трусики женские. А тут что? О, вот и колготочки мои любимые.
О, стрингеры, Calvin Klein, Dream Calvin. Понятно. Шляпа с рынка. Держи колготки, Димон. Вот ты проворонил еще с моей колготки. О, две пары. Офигенно. 40 рублей заработали. Ой-ой-ой, это что, халва? Чувак, ты же любишь халву. Забирай. А чё она такая рыхлая? Чем-то сладким пахнет. Блин, я не решусь это попробовать. Ребят, если знакомы с этим и знаете, что это, напишите в комментариях. Здесь написано Ронгванг Минх Нгок. Эх, блин, где находки? Да где все? Что тут у нас? Пустая коробка. И еще одна пустая. Был бы здесь телевизор, было бы вообще шикарно. Вот там сумка из магазина Ленты. Я думаю, там что-то есть. Придется лезть в бак. О, пару жвачек. Ой-ой-ой-ой-ой. Здесь что-то есть по-любому. Кстати, новые лезвия для бритвы. Какие-то наклейки. Не знаю, что это такое. Возьму на барахолку, там купят. Какая-то лента черная. Много лаков. А вот эти ножницы я уже возьму. Это кошкам когти обрезать. О, накладные ногти. Охренеть, сколько их тут. Вот это, скорее всего, купят на барахолке. Ну, рублей за 100 за коробку. Что тут еще есть? О, обрезки вареной курицы. О, это что такое? Это, скорее всего, в эту трубку надо дышать, чтобы проверить наличие спирта в организме. Типа спиртометр. Охренеть, он даже работает. О! Блин, пустая. Я думал, мало ли вдруг повезет и нашел видеокарту. Коробка пустая. Блок питания для ноутбука. Вот это я возьму. Такие блоки питания покупают по 500 рублей минимум на Авито. Опа. Чехол от телефона новый. Нифига себе. VR-очки. В защитной пленочке. Походу вообще новые. Gear VR. Oculus. Ребята. Это, походу, топовые очки от VR. Знаете, к компу подключаются игровые консоли с VR. Сюда вот вставляется телефон. Охренеть. Это дорогие очки, капец. Они вообще новые, только грязные чуть-чуть. Не знаю, сколько они будут стоить, но я думаю, их продать получится 1000 за 2, как минимум. Если не больше. Да ладно. Металлический кейс для iPhone 5s вроде бы. Почему его выкинули? Он даже в коробке новый. Охренеть, забираю. Ой-ой-ой. Охренеть, тут это защитные стекла. Защитные стекла, чехлы для телефонов. Охренеть, целый пакет, смотрите сколько. Вот защитные стекла новые. Здесь куча различных чехлов новых. Вот это получится продать. Только за копейки. Может, какой-то сервисный центр попробую отнести продать. Охренеть, неплохая помойка. И самое интересное, что, как вы видите, находки все просто разбросаны в мусоре. Ну, то есть, обычно я находки нахожу в пакетах чистых там каких-то, или где много разной электроники. А тут все просто вот так валяется. Куча мусора. Среди бытовых отходов вот еще чехлы. Вот от Самсунга чехол. Кстати, смотрите, берцы. Они реально новые. Так, надо второй найти. Какой размер? 47-й. Где второй? Опа! Еще пакет с защитными стеклами.
Охренеть! Столько защитных стеклов я еще ни разу не находил. Опа! Ой, у кого-то что-то сгорело. Алюминий я собираю. Опа! Ребята, это что такое? Это старый светильник с регулировкой накала. О, телефончик. Samsung раскладушка старая. Такие находочки я люблю. О, вау! SLG-759. Это что, стопки? Серебряные, что ли? Нет, вроде алюминиевые. Они вообще новые. А вот тут значок Питера. Сувенирные стопки, офигенные. О, что-то есть. Вау. Это часы фоторамка новая. Фрутоняня, кто-то выиграл ее, видимо. Крутой стол, кстати, большой, но поломанный, вот там трещины. Возьму поисковую кочергу, буду доставать пакеты и проверять. О, сосисочки, смертельно опасные. Оставлю конкурентам. Еда. Сгущеночное молоко цельное. Ух ты! А это молоко. Как много его тут. Срок годности до 17.02.22 года. Охренеть, оно даже не просрочено. Надо пробовать. Я же не хочу тащить столько молока пропавшего. Офигенное. Даже не просрусь от него по-любому. Помойка дарит питательные элементы в молоке. Я тут, ребят, пока складываю молоко. Вот это, кстати, открытое выкину. Дождь пошел. Посмотрите, какие тучи огромные. Дождь, кстати, грибной как будто. Так тепло на улице. А в помойке, кстати, можно от дождя укрыться. Ой-ой-ой-ой-ой. Какой ливень пошел. Буду прятаться. О, жесть. Ого. О, всем привет. Подъехал к следующей помойке после дождя. Помойка вся намокла. Если я залезу туда, я весь промокну. Придется добывать находки кочергой. Вещи какие-то. Опа, футболка. А мне она нравится. Make my dead and go away написано. Офигенную нашел себе футболочку. Помоечка одевает. Ой-ой-ой! Это Calvin Klein? Охренеть. Может, это древний оригинал из очень старых коллекций. Но она вся разорвана, ушатанная, в общем. Здесь дыры. Брать не буду. Так, что-то тут есть. Фу, что за мерзость. О, а это, кстати, выкинули из морозилки. Смотрите, сколько ягод замороженных. Крыжовник, что ли? Или смородина? Тут еще рыба замороженная. Ух ты, что это такое? Перчатки? Перчатки, что? Охренеть, сколько их тут. Там перчатки, что ли, медицинские? Неодуренные. Абалбаган. Что? Медицинские перчатки, охренеть. Новые. Посмотрите, сколько пачек. Вы знаете, что в стране происходит. Такие перчатки, блин, по-любому будут покупать. Их тут капец как много. Там даже маски есть. Охренеть, смотрите, маски новые. И, кстати, маски топовые, не дешевые. Вот эта помойка реально удивляет. Так, здесь, опа-опа, электроника. Чехлы от телефонов, это мне не надо. О!
Блин, сегодня уже вторую раскладушку Samsung нахожу. Ну ладно, возьму. На барахолке купят за копейки. Это USB удлинитель. Мне такой нужен для компьютера. А вот это уже интересно. Блин, были бы это Nike какие-нибудь или Adidas. А это No Name с Алиэкспресса кроссовки порванные. Поэтому брать их нет смысла, их никто не купит. А пакет мне нужен. Опа, что тут? Кроссовки? Кеды? Опа! Ребята, оригинальные Nike. Кстати, у меня точно такие же. Только жаль, не мой размер. Но у меня такие же оригинальные с помойки. Они очень удобные. Размер 42,5. Попкорн со вкусом сыра. Офигеть. Полотенце в гараж заберу. А вот эти кеды можно будет продать. Состояние хорошее. Их только лишь нужно отмыть и выбить вот эту грязь. Вот это люди заелись, блин. В детстве мы обувь до дыр донашивали. Я сам лично в дырявых насквозь шлепках ходил на ставок купаться. У меня реально была сквозная дыра на пятке. А тут, блин, Nike оригинальные выкидывают. Блин, помойки опять вывезли, капец. Ой, тоже пустые, капец. О, пакеты из ДНС я люблю. О, не зря же я их люблю. Смотрите, чайник, тефаль с накипью. Блин, его никто не купит. А провод на медь заберу. О, а здесь вина есть немного. О, колготочки. У меня их покупает женщина по 20 рублей за одну пару. Такое я всегда беру. Ух ты, чемоданчик. Надеюсь, он с деньгами. Блин, как мне велик-то припарковать? О, кайф. О, медный провод. А нет, он не просто медный. Это лампа. Блин, в гараже пригодится, заберу. Что там в чемодане-то? Да, блин. Чемоданы, кстати, тоже покупают. Только если состояние хорошее. В целом колеса целые. Чемодан, в принципе, в нормальном состоянии. Чемодан от бренда Polar. Забираю чемодан, потому что его получится продать за 1000 рублей на Авито. Опа! Это же ножницы по металлу. Хм, их только подточить надо будет, а так целые. Забираю, в гараже понадобятся. Ребят, кто знает, что это такое? Не первый раз такое нахожу. Какая-то косичка огромная. Для чего вообще она? Кто знает, что это? Напишите в комментариях. Уровень маленький. Офигеть. Заберу в гараж. Опа. Опа, опа, ребята, охренеть, ребята, нифига себе, коробка от айфона 10 вроде бы, пустая, это тоже, наверное, а может и нет, так, чек есть, две скрепки есть, проверим еще, тут одна есть, блин, тоже пустая, о, тяжелая. Блин, а чё она такая тяжелая? Я уж думал, там наушники. Так, что за книги? В книгах, кстати, деньги могут быть среди страниц, поэтому я всегда проверяю. Тест-драйв. Как успевать жить и работать? О, полезная литература, возьму. Продавана. Правила для тех, кто продает и управляет продажами. Договориться можно обо всем. Как добиваться максимума в любых переговорах? Вау. Революционный метод управления проектами. Волк из Уолл-стрит. Топовые книги, реально. Управление каналами дистрибуции. Вау, такого я даже не знаю. Как пройти собеседование в компанию мечты? Илон Маск. Почему одни страны богатые, а другие бедные? Так, коробку от айфона 6s я брать не буду. Но вот коробочку от айфонов 10 я возьму. Их можно продать по 300 рублей на Авито. Так, что тут еще? Теле 2, брелок какой-то с карабином. Так, это от чего? Ты, это документы от MacBook Pro. Тут даже есть наклейки. Видели вы хоть раз Apple помойку? Теперь вы видите. Да ну нахрен! Кто-то паспорт свой порвал. Жесть, он настоящий. О, какая-то обувь. Adidas. Вроде бы Арик. 44-й мой размер. Взять или не взять? Наверное, они удобные.
Блин, да от оригинальных адидасов почему отказываться-то? Забираю, буду носить. Они еще к тому же прошитые, офигенные. Помойка обувает. А вижу. А? Ну, и... Не, я не курю. А дупа здесь. А? Так, пупырку я беру, она мне нужна для отправки посылочек. Буду набивать ее в коробке. Это как такое? О, Томми Хилфигер трусики. Это деду надо. Это я беру. О нет, не беру. Кто-то жопу чесал часто. Опа, джинсики. Первые джинсы из магазина Резервит. Кстати, целые. Коля, Колянчик, помойка одевай, держи джинсики. Резервит. Твой размер, походу. Даже очко не протерто. То вот они обычные, они не зауженные. Надо заузишь. О! Можно? А ну залезь, влезешь в нее? Я тебе отвечаю. Так, ну все. Пошли. Ну видишь, не выдержала. Не особо хорошо-то. Вот баба при мне выкинула этот зонт. Интересный зонтик такой. Зонтик для сударынь. Посмотрите, он весь из кружевов сделан. Ну, может и дорогой, не знаю. Будем брать? Он длинный такой. А давай рискнем, может, стоит денег. Ой-ой-ой, топовые чипсы. Я на месте. Давай, приятного. Сдохну так, сдохну. Да не сдохнешь. Нормас. А, пустая, думал телевизор. Так, вот здесь что-то есть. Дрыц-тыц телевизор, дрыц-тыц телевизор, дрыц-тыц телевизор, дрыц-тыц телевизор. Куча фиксиков внутри. Так, алюминий смотрю, вот алюминий. И это алюминий. Опа, нифига себе, сколько там медных проводов, ребятки. Так, а что в этих баках? Опа, что-то есть. Чайник очередной в коробке. Он по-любому сломался. Эта коробка даже не от него. Купили новый, старый выкинули. Накипи много. Духи были когда-то. Нифига себе бренд Барбери. Он же дорогой пипец. Блин, надо выпшикать остатки на себя. Я всегда так делаю. Видите, там пару капель еще осталось. Осторожно, кляпи. Кляпи тут могут быть, ребята. Реально. Покажи, тут реально личинки. Покажи, прикинь, тут личинки. Покажи. Я тебе отвечаю. Блять, сюда быстро, да, ее? Я скажу, клопы это или нет. Вот личинки. Клопы или тараканы? Нет, это клопы. Ребят, клопов домой принести, это вообще не хочется. О, я в этой помойке Хеннесси находил. Шлепанцы. Вип Микелинит. Вип Микелинит. Вот это бренд. Это что такое вообще? О, это же шланг для кальяна в виде хвоста. Мне тоже, я это брать не буду. Шляпа. Опа. Ой-ой-ой. Бананчики. И чуть-чуть картошки. Ой-ой-ой. Блин. Они не... Вспоминаете первый выпуск? Все повторяется. Потому что, когда идет перевес, надо его прислонять к стене. Так, бананчики, они, видите, переспели. Они, короче, потрескались. О, целая коробка картошечки молодой, маленькой. Так, это что? Опа, New Balance. Оставлю бомжа. Ай, блядь. Сука, блядь, ебучий, блядь. Я чуть себе пузо не проткнул. Дай-ка его сюда, блядь. Заломать его, блядь. Вот тебе и качество. Алиэкспресс залупный. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой.
Ага, теряйся, Вася, отдыхай красиво сюда. Да ладно, кушай на здоровье. На. Ой-ой-ой, не-не-не-не. До 29 мая. Нет, это дата производства. Ты ему, пипец, я отравлюсь и буду дрыстать. Я понял. О, ключи, нормально, школьники выкидывают ключи от квартиры. Ой-ой-ой, школьники, смотрите, ребят, что выпало с рюкзака. 20 рублей. Вон там 10 рублей. Как? Смотри, трюк. Мне она выдержит сейчас. Делаю. Не повторять. Я на нее вставал уже. Да ладно, уже попроще сделаю. Ну, в итоге 30 рублей нашли в помойке. Опа, а вот и моя кормилица. Паркур, паркур. Ой-ой. Головой ударился. Опа. Наушнички. Philips. Может быть, даже рабочие. Забираю. Чё там? Сковородка. Алюминий. Она настолько качественная, что она легко можно ее загнуть. Ты тоже силой обладаешь, как и я прям. Нифига себе. Загнуть на металл сковородку. А ты сильный, Димон. В этом черном пакете могут быть булки. Тут просто булочная находится. О, я же сказал. Вот и булки. Ребят, вот они все топовые. Офигеть, топовый хлеб. Сюда даже не лезь. Ага. Я тут все свое возьму и уйду. Молча. Ага. Ой-ой-ой, чувак, посмотри на это. Иди вот там постой. Ой-ой-ой, тут супчики. Супчики. Крем-суп из шампиньонов с хлебушком. Ой, ой-ой-ой, сейчас пойдем кушать. Это ядовито может быть. Это не бери тогда, ладно. Я вот этот пакет, там булки сладкие. Супчики будем? Они живые по-любому. Это сегодняшние. Они не успели продать и выкинули. Вот, допустим, смотрите, ребят. Батон мягчайший, мягенький. Они сегодня его пекли, не успели за день продать. И вот под закрытие выкинули. Я по ощущениям, ну, я чувствую ментально, что еда нормальная, понял? Вот тут сейчас покушаем, прям не отходя от кассы возле помоечки. Кислый, походу, да, ребят. Но Дима попробовал, говорит, кисло. Хлеб я взял. Сейчас булки будем есть сладкие. Тут целый пакет. Ну, давай то булки забирай. Попозже похаваю, ребят. Клади плашмя, и все влезет. Плашмя вот так? Да. Удобно. Неудобно, блядь. А булки проебать по пути, чтобы они все разорвались и высыпались на дороге, удобно? Ну так, ребята, я, в общем, здесь, в гараже. И сейчас я буду дегустировать вот эти чипсики, которые мы сегодня нашли в помойке. Вот они. Для того, чтобы мне поесть, мне, конечно же, надо накрыть поляну из еды с помоечки вот на вот этом полотенце из помоечки. Я сейчас буду есть эти булки с помойки. Целый пакет булок я нашел. Это из пекарни выкинули. Они тут все, походу, хорошие. Их тут очень много. Смотрите, сколько. Жаль, что хлеб Дима потерял по пути. Он вылетел на скорости из пакета. Но это совершенно другая история, ребятки. Сейчас буду пробовать все на вкус. И беру самую вкусную, на мой взгляд, булку. Вот эту вот, с грецким орехом. Я очень голодный. Вот реально, я целый день ничего не ел, только утром. Вот смотрите, какая она аппетитная слоеночка. Здесь грецкие орехи, наверное, сверху. А может, это и не орехи, я не знаю. Но вроде пахнет прилично. Это слойка с медом. Да, сверху грецкий орех. Ребят, когда я ем бесплатно с помойки, я кайфую от жизни. Ой! Слойка с белым шоколадом.
Слегка суховато, но очень вкусно. И самое главное, бесплатно. Помойка опять кормит, ребятки. Надо попробовать вот эти чипсы. Они делаются вроде бы из кукурузы. Каждая чипсинка очень соленая. Очень бесплатные и офигенные. А всем спасибо за просмотр. Ставьте лукасы данному видеоматериалу. Если хотите больше видеть подобных видосов, то ставьте в два раза больше лайков, ребятки. Всем пока!